Здравствуйте, друзья! У нас с вами сегодня такой небольшой, ну, я не хочу сказать обрезание, но у нас сегодня распаковка. Распаковка. Коробочка легкая, знаете, она воздушная. Я даже не знаю, просто нет слов. С Амазона. Коробочка. В коробочке микрофон. Вы скажете, а что за микрофон такой? Наш админ Ренат мне сказал: Михаил, вы никогда не получите приличного звучания, если будете покупать микрофоны за $12-14. Для камеры GoPro в данном случае. Я говорю, а где взять-то дороже? Нету. Вот реально ищешь? Ты, господи, какая-то коробка в таком состоянии. Да, вот. Я говорю, нет же дороже. Он там искал, в общем, нашел. В данном случае мы говорим о микрофоне за... Что-то там долларов 60, в общем. А? Тут довольно страшный вот этот пакет. Боже. Вот знаете, как еще врагам нашим вот в таких пакетах присылали, правда? Ну что это такое? Это салфеточка. А тоже интересно. Если бы салфетка, например, там объектив протирать, да? Это же явно. Там типа для очков, там. Что это? А что протирать в микрофоне, я не понимаю. А, это я понимаю. Это, вы видите, друзья, это мохнатый шмель, вот этот. Он для того, чтобы... Для того, чтобы, ну, сами понимаете, от ветра. Так, ну это жуть. Ну, это, вы знаете, жуть. Так. Чувствуется, третий мир где-то там участвует. То есть такой клеенки присылают. Здесь ничего особенного. Вы видите, вот я разматываю. Я не скрываю ничего. Знаете, это, на телевидении так не снимут. Там монтировать будут. А я вам вот пошел. Примагнитилось. Это у меня магнит висит. Примагнитилось. Я сниму магнит. Ладно. Это такой магнит для здоровья полезный. Вот разъемчик. Вот он. Вот он, тот самый разъемчик, который втыкается в камеру GoPro. И проблема состоит в том, что... Сейчас я камеру свою возьму. Проблема состоит в том, что она в чехле. Видите, она в чехле таком, чтобы ее удобно было монтировать. Вот у камеры GoPro все, что есть из разъемов. И получалась такая штука. Сначала надо было адаптер купить, то есть такой шнур, у которого с одной стороны, значит, там мини-USB, а с другой стороны мини-джек, такой 3,5 мм. Потому что камеры идут с мини-джеком. Вот это идет уже, видите, она уже сразу идет с мини-USB. Тут всегда есть очень тонкий момент. Я сейчас вам попытаюсь ближе к камере изобразить. Дело в том, что когда ты надеваешь вот этот, ну давайте я покажу, как это выглядит. Это называется protective case, да, вот эта вот фигня. Вот. Потому что так в таком виде камеру никуда не приделаешь. Поэтому берется вот эта штука. Но это еще не protective case, там к нему еще есть. Берется вот эта штука, она держится. И тут возникает вопрос. Из-за того, что мы надели дополнительный слой, понимаете, оно стало толще. И вопрос в том, что не всякий разъем туда войдет, понимаете, что получается. Но здесь он длинный. Вот это, кстати, хорошо видно, он длинненький. Давайте смотрим, как пойдет. Ой. Все, наделся. Надеялся. Они в описании говорили, что это специально для камеры 3+, вот это у меня 3+, там 4, про пятерку ничего не было сказано, что вот этот разъем как бы специально, и он рассчитан на то, что есть protective case. То есть, знаете, там есть, у меня тут целая коробка с этими причиндалами для них, это вот еще вот это там для воды, там что-нибудь такое, знаете, вот, и вот и туда пройдет. Вот, это еще не совсем protective case. Ну что, микрофон, к нему не нужна батареечка. Он с одной стороны, вот тоже очень ценно, я вам объясню. Он с одной стороны на крокодильчике таком. Вот, крокодильчик. Тип. С другой стороны, он на этом крокодильчике очень щадяще сделан. То есть его можно, явно можно вытаскивать, протаскивать. Но я вот так не хочу сейчас там. Ну явно вот он движется, понимаете? Вот можно его подвигать. Потому что когда вы имеете вот такую фигню,
ее прицепили, она начинает тереться, тереться о рубашку или там о ремень автомобиля и так далее. И очень важно иногда вот ее немножко так подвытащить. Вот. О, пожалуйста, видите, я ее вытянул. Подвытащить, чтобы оно не терлось, не билось и вот там как-то жило. Не, ну что ж такое-то, видите, склонности какие у них. Ну давайте я на рубашечку. Вот, Леонидовна, как она? Падает. Падает. Ну, в общем, так, ну хорошо, давайте мы сейчас запустим камеру GoPro, пожалуйста, и сделаем видео. Значит, друзья, вы видите Анну Леонидовну, которая меня снимает. Замри, Леонидовна, замри. Вот, а я двигаюсь с этим делом и... А, глазами, пошла. Значит, мне все говорят, что такая красивая женщина, вот, а она нордическая такая, строгая, но тоже ей приятно, это правда. Сама доброта. Ну, приятно, когда комплименты. Конечно, приятно. Все. Друзья, пишите комплименты Анне Леонидовне. И я подмонтирую то, что сейчас запишется, к тому, что пишется на камеру. Значит, вот Sony, с которой у нас Анна Леонидовна. И мы сейчас посмотрим, что со звуком. Но, конечно, главные испытания будут, когда мы это в автомобиле. Все время, знаешь, у меня, знаешь, что происходит? Я все время использую уменьшительно-ласкательные суффиксы. Автомобильчик. Ну, камера. Не скажешь камерушечка. Нет. Там фотоаппаратик. Там на столике, на телефончике. Понимаешь, вот. Надо с этим как-то бороться. Надо старый сделаешься, и все так, у тебя маленькое такое. Ладно, друзья, вот на этом мы заканчиваем нашу упаковочную эпопею. Единственное, что я вам покажу коробку, вот как она выглядит, что там на ней написано. Петличный микрофон для GoPro, между прочим, тут написано. Не знаю, как с той стороны. Да, то же самое. Петличный микрофон для камеры GoPro. И вот то, что камера GoPro на самом деле проявляется именно в том, что у нее мини-USB и такой немножко удлиненный разъем. Вот это самое главное, если когда-то вы захотите такой ерундой заниматься. Счастливо! Видео. Значит, друзья, вы видите Анну Леонидовну, которая меня снимает. Замри. Леонидовна, замри. Вот. А я двигаюсь с этим делом. И глазами. Пошла. Значит... мне все говорят, что такая красивая женщина, вот, а она нордическая такая, строгая, но тоже ей приятно, правда? Сама доброта. Ну, приятно, когда комплименты. Конечно, приятно. Все. Друзья, пишите комплименты Анне Леонидовне. И я подмонтирую то, что сейчас запишется, к тому, что пишется на камеру, значит, вот Sony, с которой у нас Анна Леонидовна. И мы сейчас посмотрим, что со звуком, но, конечно, главные испытания будут... Когда мы это в автомобиле. Все время, знаешь, у меня, знаешь, что происходит? Я все время использую уменьшительно-ласкательные суффиксы. Автомобильчик. Ну, камера. Не скажешь камерушечка. Нет. Там фотоаппаратик. Там на столике, на телефончике. Понимаешь, вот надо с этим как-то бороться. Надо старый сделаешься, и все так, у тебя маленькое такое. Ладно, друзья, вот на этом мы заканчиваем нашу упаковочную эпопею. Единственное, что я вам покажу коробку, вот как она выглядит, что там на ней написано. Петличный микрофон для GoPro, между прочим, тут написано. Не знаю, как с той стороны, Ганя. Да, то же самое. Петличный микрофон для камеры GoPro. И вот то, что камера GoPro на самом деле проявляется именно в том, что у нее мини-USB и такой немножко удлиненный разъем. Вот это самое главное. Если когда-то вы захотите такой ерундой заниматься. Счастливо!